Так, смотри, что у нас здесь осталось. Квесты только такие остались. Да плохо. Хорошо. Так, кстати. Счетов у меня дофигища. Что мне нужны были? В магазине как бы я ничего не могу делать. They must learn more than brutal bloodletting. They must learn to survive. Мне еще статуи надо накопить. На лечебницу 72. Эти портреты нужны, я не помню еще. А, сюда еще портреты нужны. Так, лагерь-то я уже апгрейдил. Что, сходим тогда дальше, посмотрим. Стоп. Во-первых, нам бы неплохо... Металлов нету, да? Блин, у меня танков нету. Черт. Что делать? Ой, блин, дожил. Можно, конечно, пробовать рискнуть и сходить на третий левел. Как бы патя-то у меня хороший уже есть для третьего левела. Короткий третий левел. Шиковый, возьми другого. Ну, кстати, да, есть вариант. Ну, как бы, понимаешь, выгонять его немного такие... Не очень, потому что у него как бы довольно-таки неплохие эти есть. А там он... Полн холли, плюс 10% шанса попасть... Ой, плюс 10 точности. Вообще, если ему скинуть вот все это, то он довольно неплохой получится. Лечится.
Тут остались только медиумы просто. Вот в этом самая большая проблема. Там уже два босса. Это того стоит, поверить. Там хорошие у него статы. Конечно, можешь сейчас его взять, он будет мазать, как фиг пойми кто. Блин, еще и дождь минусовой. Я не знаю, что делать на самом деле. То все тлено довольно. Ну даже если я его выкину, то как мне это поможет? Да никак мне это не поможет. Стресс-хилл. У него свой есть. Я все равно остаюсь в пати без одного. Ну да, мне выбора уже нету, как бы. Надо его выгонять. Those without the stomach for this place must move on. Возьмем ее. Barbaric rage and unrelenting savagery make for a powerful ally. Опять получится какая-то жесть, на самом деле. Нового доктора взять на миссию. Я надеюсь, что вытончит. Поехали. Куда я иду? О, а тут все есть, по-моему. Еды тогда надо с достатком брать.
поскинуть стресс и прохиляться. Киллов 12 штук хватит. Холи 3. 3. 3. 3. 3. Можно еще один бит взять. Эти пинты я что-то не видел, чтобы они сильно нужны были. Что, наверное, факел куплю лишний. Is remote and unneighbored. Every lost resource must be recovered. О, карта-то чертовски большая. Еще еда. Хм, дрожа. Сюда идем, значит. Неплохо просканили. А, да, понятно, яд. Nature herself, a victim to the spreading corruption, malformed with misintent. In radiance, may we find victory. Че еда? Господи, сколько здесь еды, а? Надо вот, вот отсюда вот так вот наверх пойти. Да ладно! Вы сколько жрать-то будете? Вы на лагерь-то оставьте восьмерочку хотя бы. Еще еда. The light, the promise of safety. Серьезно? Да не, нифига. Нет, это не у того. Тот того чара я уволил. А, нет, стоп. Не уволил. Та дура вообще где-то далеко валяется в больнице. Неплохо. Да, ну это плохо. До этого я не достал. Случайно откинул его назад, сейчас он плюнет меня. Но это не страшно относительно. As the fiend falls, a faint hope blossoms.
confidence surges as the enemy crumbles. Press this advantage. Give them no quarter. Неплохо. Лежал книгой, получил 80 стресса, а потом отправил в больницу, так что еще одну неделю точно не будет в пати. Ну да. Не повезло, так сказать, ей. As victories mount, so too will resistance. Еще штрафанули меня. Wealth beyond measure, awarded to the brave and the foolhardy alike. Нормально. Ну, вообще офигенно. Я ж на первую позицию выкинула. Неприятненько. Шутаты. Ну и чё, что перекинули? И оттолкнули. Вы чё творите? Не, мне, конечно, пофиг. Чё-то они какую-то фигню творят. Тот же. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Чё у меня столько еды-то? Хоть сейчас, блин, иди на покой. Господи. Я не думал, что у меня столько еды будет. Двести пятьдесят голды, блин. Сделаю вот так.
Желания лишний раз связываться с собой у меня нет. Тут снова еда будет, нет. На обратном пути, если что. Блин. Еще одна... Блин, и медицина. Да, зашибись просто. Больно. Маркер. Печаль, а? Додж, да, да нормально, блин. Крит. Как все плохо-то, а? С критами задолбали, блин. Так, на! Чё он так слабо пробивает? Господи, паладины и то больше ДПСил. As the light gains purchase, spirits are lifted, and purpose is made clear. Хотя, с другой стороны, по-моему, паладина было гряченое оружие. Ну, не важно. This expedition at least promises success. Картина. Ладно. Раз уж на то пошло. Huddled together, furtive and vulnerable, rats in a maze.
Оббафали ее. Нашли всю медицину. Вы серьезно, что ли? Нифига тут хавчика на болотах. О, сюрприз еще. Унизила. A singular strike. Well struck. Четыре собаки. Девять. Печаль. Маловероятно, что она кританет. Ну ладно, пол хп всем сбрила. Чё? Чем он заразил? Стоп, ты чем его заразил? Урод! Чем он заразил? Бешенство? А-а-а! Точность минус 10, дамаг плюс 20. Хы, лол, спасибо! Плохая вещь, как я посмотрю. These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. Могила. Мне ничего нету. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Еще одна могила. Ну идем туда, чё? Скоро у нас, правда, факел сдохнет.
Так я не могу их копать, у меня нечем их копать. А минус моральку я не хочу. А у меня нету лопаты. Кончились все лопаты. Так-то, блин, у меня сейчас... их две. Ой, лоу. Ног. Хватит ее пытаться оттолкнуть, достали уже. Что-то они вообще на нее согрелись дико. А, сейчас вытащит, не? Ай, вытащил. Чё он этим добился? Packs laden with loot are often low on supplies. Факел. Это со стрессом там все плохо у нас. Сейчас, наверное, не дойдем.
darkness closes in, haunting the hearts of men. Glittering gold, trinkets and baubles, paid for in blood. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. Денег не так много, но вот ништяков, конечно, мы добыли. Очень хорошо. Аж 16 бумажек. Да, хороший заход. I can still see their angry faces as they stormed the manor. But I was dead before they found me. And the letter was on its way. Я могу арморку, да, апгрейдить еще раз. Либо я могу апгрейдить скиллы на троечку. А, так я и скиллы могу на троечку апгрейдить. Every creature has a weakness. The wise hero trains for what he will face. И оружие апгрейдим. Казармы расширить, да, господи, нафиг. В следующий раз не хватает мне двух писем. Чтобы это сделать. Ну что, вариант номер один. Сходить куда-нибудь потестить руины новые. Скорость дает базовую. Так, сейчас посмотрим, кого мы возьмем. Первых. Этот раз мы идем на третий левел. Так будет довольно все сейфово в этот раз. Что? Сворд СПД, сворд СПД. Крит ей не нужен особо. Уж не нужен. Так, ну у меня основные два дамагера. Посмотрим, кто это. Он и вот этот вот. Десять дамага. У бриджа что? У бриджа как-то не очень все. Ладно, возьмем вот этого. Ну окей. В принципе, у крузаков апгрейдили просто арморку. Точнее, апгрейдили оружие. Больше ничего не надо нам. Так, ну на сегодня, наверное, последний наш заход. Будет сюда. А, кстати, да, мы же можем еще апгрейдить скиллы. Шесть, семь. Два, три.
хил. Нет, дальше мне не... Не крылышек кокнуть. Я боюсь, что некоторые меня сам кокнет, блин. Если честно. К тому же там медиум. Там не шорт. А мне для этого деньги нужны. Хотя вот сейчас посмотрим. Что сделаем? А, стресс-хил только на третьем левеле же апается у них. Че, хрюшку не убьешь? Хрюшка, блин, лицо мне сломает. У меня нету пока достаточно сильных людей в пати, которые сами ему лицо будут ломать. Чем можно этого взять? Хрюшку потом зафигачим. Так. Может этого взять? Кстати, у него он должен довольно хорошо так заходить. Не понял. Так. Ну так у меня рейндж атака. Все, пошлите. Сейчас будет имба батька. Ну, внезапно закончились деньги, да? Ну и закончились, закончились, фиг с ними. Не в деньгах счастье. Pace out the halls of your lineage once familiar. Now, Boren. А то это пати, которая карает просто подземелье. Confidence surges as the enemy crumbles. Press this advantage. Give them no quarter. У меня тут стресса поднакопилось. Подумал, что мне надо стресс снимать. А потом, если сейчас удачно все сходит... May we find victory. А вот, кстати, стресс снимал, как-то получше будет. Разбойник нужен то, чтобы ДПС дикий выдавать по первым двум и сносить их очень быстро. А для чего его цель?
тому же у него там хорошие артефакты стоят. Это просто имба-пати, на самом деле. У меня ключа нету. Тебе так кажется? Ну окей. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. По мне так эта патия просто карает в хлам. Ну как, неудачный. У меня точно слишком высокая у них, чтобы они быть него, чтобы были они неудачниками. А, ну цепочка критов, да, это будет неприятно. Ну, кстати, второй бой как бы вообще на изи. На полном расслабоне. Что-то сегодня горел кочевник. Я сегодня тоже подгорел. На ведьме. С котелком, господи. Как не повезло, что меня там никто не умер. Ты просто не представляешь. Так парень на 50 хп, это фигня. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Интересно. А у меня снова этого нету. Ключа. Ну я сегодня ведьму первую прибил. Чуть копыта, блин, не откинул. Весь мой отряд. Нет, серьезно, я просто весь отряд был на грани смерти. Ведьма самая простая? Да ладно, самая простая. Ага, самая простая. Короче, ладно, вскрываем. As the light gains purchase, spirits are lifted, and purpose is made clear. Но сама по себе она тут. Она, конечно, здесь ничего не может, там, блин, чертовски неприятно. Mechanical hazards possessed by evil intent. Вот некро мне понравился, вообще изич, полный изич. Ой, это кто? Вай! Вай, 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 вай! Паладин, вы что творите? Крит.
На фиг его знает. Не очень все ваши эти. Весь стресс надо снимать. Нормально. Вот вытаскиваем же потихоньку. The light, the promise of safety. Еще и торчи апаем при этом. Эксмор, привет. Пять. Ну, вообще по фигне. 4, 5. Нет, у вас за один ход снимем стресс весь. Что за трешак, в смысле? Это не трешак, это игруха такая. Кстати, да. Я хотел закончить 40 минут назад. Моргание фона? А что, фон моргал? These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. А у меня воды нету святой. Lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Какие-то интересные ребята пошли. Бумажка! Еще одна бумажка! Копье потрачено, ребята, оно не опасно. The promise of safety. As victories mount, so too will resistance. Так мы просто прокарали же, не? Ну а сейчас по изичу проходим. Эти трое карают вообще все живое. И бьет по всем. Это неприятно. Непрофитное подземелье получилось. In Radiance, may we find victory. Болт Командер. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Стопку книжек, я к ней даже не прикоснусь. На 17.
Ну, хорошо, кстати, его так отфигачили наполовину, больше чем наполовину ХП за один раз. Книжки не очень, я... Так ладно, еще один крит! Долго я здесь, короче, посижу после драки с этим командором. Но лицо я ему сломал довольно неплохо. Ну да, я согласен, он слишком дико дебафует. В смысле, а что Bounty Hunter бы мне сделал? Самый хитрый стример. Все твои стримы в записи. Ну да, они в записи на Ютубе, но я пока не сумел выложить предыдущие воды. Извиняюсь за это. А почему я хитрый? Я не хитрый, я расчетливый. Нет, ну... Как бы мне смысла нету от передней линии, потому что у меня дикий ДПС... Блин, сейчас линканул, погоди. А, да кочевник, у меня же на Твиче еще люди пишут. Нет, я вообще довольно хитрожопый, так что... А это все не хитрожопость, это просто продуманность. То есть вот таким образом можно просто сидеть, и у тебя будет постоянная пачка твоих героев, у которых ноль стресса, дофига ХП. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Заговорился. This expedition at least promises success. Я заговорился. Ладно, извиняюсь. Ай, трап. Ладно, я надеюсь, что я на кого-нибудь нарвусь. Нет, не нарвусь. Черт. Сейчас будем ходить, пока не нарвемся на кого-нибудь. Или придется идти на второе задание, если маги-то стресс. Понятно. The light, the promise of safety. Блин, ладно, рискнем. Еще лут. В принципе, можно все сваливать уже. The shifted corridors and sloped walls of our ancestry are beginning to feel familiar. Неплохо. Ну, неплохо. Можно сходить, кстати. I can still see their angry faces as they stormed the manor. Грохнуть этого, наверное. I was dead before they found me. Грохнуть некромансера второго. Они на самом деле какие-то не очень, если честно. Вот сюда можно на лонг сходить, на ветеране. Они чё-то... Проблем я пока не заметил, чтобы они доставляли, честно говоря. Но на лонг мы не сможем, потому что... Второй некрос неприятный. Но я не думаю, что он настолько неприятен. Медиум. Неприятный, но сходи. А что он делает?
У него же только ДПС, атаки-то не изменились? Или изменились атаки тоже? То же самое, ну, тогда без проблем вообще. Точность. Тут точность снижается. А еще стресса кладет много. Но мне говорили, что он там около 30, что ли, стресса кидает сверху. Это я помню. Мне об этом уже рассказывали, если ты думаешь, что я об этом не знаю. Кстати, да, а что у меня в лагере добавилось? О! Крусейдер. Крузадер. Крузадер. Вот крусадер шикарно. Вот теперь можно идти спокойно. Куда угодно. И на первую свинью, и на вторую свинью, и на десятую свинью. У меня появился крусадер, который будет вытанковывать. Сейчас сходим еще. Апнем этот. Так, крусадер появился. Лоу-левельный. Хорошо. Так, блин. Вообще все крузаки не офигенны. Крусадер. А что у него? А, у него скилл не очень. Надо менять. Батлхилл на стресс хилл. Ой, я у того заменил, нет? А чё, сразу второго уровня доступен? Прикольно. Ну ладно. Стоп, тогда я ему броньку могу купить сразу. Да, но бы. Может, кстати, вот с собой... А, она сейчас сама не пойдет. Она сейчас... Так, ну вот такая расстановка, как вариант. Раза в этот так два. Ну блин, как бы за все есть своя цена. У крузов это не очень приятное, скажем так, дороговизна их. Ну, а посмотри, что я вообще могу им одеть. Кстати, можно поставить ее, чтобы не сталкивали. Чтоб шута у нас не выкидывали с задней позиции. Ну, у меня крузы все специализированы узко, то есть цель крузов это вытанковывать и... Вот лига че.
что-то чем открывать, в смысле? Что это за линк? А, это руководство. Ха, прикольно. Так. Что у нас? Медиум. Так, а куда мы сейчас идем вообще? Я забыл посмотреть. А мы сейчас идем сюда. Ну, по-моему, все нужно. Надо. Ой, что-то переборщил. Так, а здесь ключи не нужны, по-моему. Или нужны? Кто вспомнит, тут нужны ключи на это или нет? По-моему, не нужны. Пинты здесь нужны, я помню. Вот это нужно. Холи вода нужна. А вот насчет ключей я не помню. А черт его знает, надо смотреть. Там, по-моему, болото. Чашки не надо? Да ладно, серьезно? По-моему, там чашки нужны. Тут, по-моему, чашки нужны как раз. Лопата, я не знаю, нужны там или нет. И ключи, я не знаю, нужны там или нет. Ну, бинты там точно нужны, я тоже помню. А лопаты там нужны, нет? По-моему, не нужны там лопаты. Бинты точно, Herbal трава. Там антивеном не нужен? А, понятно. Святая вода там, по-моему, тоже нужна. Там есть алтари. Так, ну ладно, я думаю, мне этого хватит. Может, конечно, немного хавчика взять. Если что, там прохиляться, восстановиться. Антивеном нужен? Нет, так трап это зачем мне? Антивеном мне не нужен. Меня не так сильно они пробивают.
Так, ну 18 еды. Еду, если что там наберем с этих. Да нет, не надо. Это бред. Они исчезают. У тебя все исчезает, то, что ты не потратил. Так. Да нет, серьезно, там это бесполезно. Ладно, погнали, так. А, стоп, это темница. Это не болото. To prosecute our war against the swine, we must first scout their squalid homes. Кот, еще 6 еды. Вот, еду всю нашли. Еду у нас теперь куча. The light, the promise of safety. Нет, так тут я не на болото пошел. На болото, да, надо было. Щупальца оставим. Они стресс снимают. Если их водой полить. Щупальца... Что, зачем бинт? Надо подраться кем-нибудь. The match is struck. A blazing star is born. Так мне их уже скинули, так для справки. Так. Крит, нормально. Крит! Спасибо. Еще и проклятие. Confidence surges as the enemy crumbles. As the fiend falls. A faint hope blossoms. Проблема в том, что здесь единственный способ восстановить свое состояние — это оставлять червяков живых. Что это такое? Что это такое? Sacrifice. А-а-а. Что? Фиговый обелиск. Там процент на баф. А если я его просто заюзаю? Кидаешь дрова. Не-не-не-не-не-не-не-не. А если я просто заюзаю? А, 50% жесткий нас морали. Ну, нафиг, короче. Такое чудо. А, клиптоман, что ли? As the light gains purchase, spirits are lifted, and purpose is made clear. С чем стоять? Но потом вернемся сюда в конце. Там, если что, есть чем стресс скидывать.
был 25% шанс на перк, пошли доживать. Ну пошлите дожбиоп, господи. Упоролись вы, серьезно. Почти жмякнем чё. Он мне перк дал. Лол. Он мне перк дал. Хороший, хороший обелиск. Не, он не перк дал какой-то. По-моему, это дедли он мне дал. 1% крита. Is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Trap. Mechanical hazards possessed by evil intent. In radiance, may we find victory. Забываю то, что там проценты показывают. А. Я просто не стрел, что он мне давал. Так, блин, надо вот этого как-то убивать. Что он для меня сам проблематичный здесь. Значит, меня задолбается со своим стрессом здесь. Вот почему я не люблю этот раунд. Тут же есть дофига стресса. Это просто жесть. Только as victories mount, so too will resistance. Господи, это жесть. Стресс сейчас можно снять. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Успокоительного, да, спасибо. Так ядрить, колотить. Иди сюда. Краб чертов. Ну, кстати, я сейчас его могу вполне убить. Однако, опять же, это не вариант.
Блин, надо будет найти где-то, короче, чтобы вот этого чувака не было в пачке, тогда я спокойно сниму стресс и прохилюсь. Все. Спокойный хил, ну наконец-то. Сняли стресс неплохо. Господи, тентакли, отстанет меня уши. Надо этому снимать стресс. 26, 25, 16. Почему она на девушек такой лезет, я не понимаю. Троечка. Девятка стресса осталась. Нормальным хилом уже захиливать. После этого захода должен неплохо так отожраться. По крайней мере, я надеюсь. Я еще замучусь и хп поднимать. Да я не сильно его затягиваю. На самом деле тут не затяжение раунда, я все равно его буду сидеть ровно столько, пока у меня вот эти штуки не пройдут. Пока я стресс не скину, так что веном, не веном, мне как бы вообще все равно. Сидим, потихоньку снимаем стресс. Червь в шоке. У ребят тут своя туса. Я представляю его реакцию. Такой нападаешь на путников, они такие на тебя внимание обращают. Тусят там. С флагами под музыку. Восемь, двенадцать. Три, пять. Восемь. Это же алхимический стол, не?
5-5. Ой, черт. Мисклик. Ладно, еще два хода. И можно расслабиться. Раз. Следующий ход. Хотя можно и сейчас. Что это такое? Damage. Додж. Ну, окей. Господи! Вы серьезно? Вы серьезно? Зачем мне столько еды на этот раунд? Где вообще я? Вообще хавчика у меня столько, что это пипец какой-то. Ну хоть лопата пригодилась. These tunnels predate even the earliest settlers. Не зря брал. Окей. Неплохо. Не, сейчас факел, правда, кончится. Факелов-то осталось две штуки. Там их колбасить от стресса будет просто. А, ну да, можешь привал сделать, точно. Я забыл об этом. Факел. О-о-о-о. Очень жесткая патия. Сейчас у меня столько стресса будет. Кто-нибудь сифилис получит, вот вообще веселье. Ах, да, после этого надо делать привал. Сифилис. А, нет, что это такое? Что там такое, так не понял. Не сифилис. Ладно, повезло. Понятно.
Ху-ху-ху-ху-ху! Да просто жесть сейчас началась какая-то. Так, ну вот, хорошо, избавились от этих уродов. Теперь все пойдет попроще. Nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. Circle in the dark. May yet be won. Неплохо. Блин, бафанул случайно. Ну ладно. Да, зашебестял стресс. Его. А, не, нормально. Не, все отлично. Зачем мне убегать-то? Просто было очень неприятно их встретить. Да, я думал, что я в сказку попал. Но, походу, нифига подобного. Так. Сожрали весь хавчик. Mortality clarified in a single strike. Ну лут мечты, да вообще не говорите.
Додж. Ай. Печалька. Двенадцать пойдет. Вы что, издеваетесь? Да ладно! Серьезно, какой дикий дождь у нее, а? Почему ты не откинулась, а, дура? This expedition at least promises success.